have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, мы с вами находимся на съемочной площадке, мы закончили квест про убийство шлюпки, пойдем сейчас рассматривать, что тут есть еще. Конечно, главное задание — это весело, но все остальное мне тоже нравится. Кто самый внимательный, уже увидел, что я скинул очко навыков, я его закинул в выносливость, чтобы у меня тут сработал первый триггер, чтобы я мог до 4 хилочек с собой таскать. Как вы, кстати, наверное, тоже заметили, вся прошлая серия прошла без оружия. Вот. Я так немножечко поразмыслил. Вся вот эта вот боевая методика насчет ударной волны, я не уверен, что она мне вообще нужна. Опять же, я не уверен. Да, броня. Броня звучит хорошо, выносливость звучит очень хорошо. Инженерия... Вот это вот второе звучит очень классно. Насчет перепрограммирования вражеских турелей тоже. Я думаю, что я сейчас пойду в дедукцию и психологию. Ну, как минимум в дедукцию. Потому что получать на 30% больше очков опыта просто. Чем раньше я это прокачаю, тем лучше. Тут нужно еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь тысяч. Чертовски много, как оно мне кажется, но... Ладно. И у нас тут больше опыта за заметки идет прокачка. Каждый вставленный пункт 10, 5% получается, да? 5, 10, 20, 30, 40, на 50% больше опыта за заметки и 30% больше опыта вообще, извиняюсь. Расположение ценных предметов или данных тоже очень крутая штука. Сканирование хорошее, фокус хороший. Все очень хорошее. Ну, я возвращаюсь к тому, что говорил в прошлой серии, я не уверен, как оно все пойдет. Пока что пойдем в дедукцию, потому что вроде как пока что хилок нам хватает. Опять же, то, что там говорят про взрывчатку и тяжелое оружие, мне не очень сильно нравится. Значит, нас будут этим атаковать. Ты планируешь нарисовать этот гидрант на холсте маслом? Зачем ты так всматриваешься? Или эту бутылку? Дружище, что с тобой? Мы можем помочь. Краткосрочные займы. Никогда вот этим не пользуйтесь. Это отвратительная, ужасная штука. Бесплатные 300 баксов. Да-да-да. Так, нет, подожди. Да-да-да-да-да. С чем? Что ты хочешь, дешевый дилер? Это побочка, побочку возьму. You, I'm trying to catch this one shifty dealer. This guy steals nuke from other pushers to sell it at half price. This dopehead buys from him, but won't tell me his whereabouts. I don't know any dealer. You were carrying for 3 different pushers, so you mm-hmm. either like to walk for miles to buy nuke, or you appreciate a discount. Don't take it out on me, because mm-hmm. the guy broke your nose? As you can see, he doesn't want to cooperate. Если они будут воровать, то на улицах будет меньше наркотиков. Я заставлю. Do not worry. According to my directives, there are several ways to convince him to cooperate. I ain't gonna let it reprogram my brain. We can talk, but don't let it drill into my head, okay? The guy's name's Maurice, but I don't know where to find him. I always arrange a place over a payphone. I'll give you the number. Let's hope it works. The dealer knows where the others hide their stash. We could collect nuke from the whole neighborhood if we get to him. I will take care of it. But you need to find a payphone first. Try near the supermarket. I think at least one of them hasn't been smashed by vandals yet. Я не думаю, что если мы голосом Робокопа позвоним дилеру, то мы сможем забить стрелочку. Вам не кажется? Это по пути к моему... Пожалуйста, ну не тормози ты на швах. Это вот эти чуваки с бой... О-о-о, пейфон. Разбит. Телефонная будка не работает. А, это вот эта вот сговорчивая дамочка.
Тут штраф мы уже выписали. О, мне нужны ваши очки и мотоцикл, давай. And she takes off her top and says, "Hey, this is a private conversation, pig." Так, он тебя оскорбил, между прочим. Я буду стоять здесь и создавать вам неуютную паузу, да? Что ты от меня морду воротишь? Не-не-не-не-не. О, погоди, а что за лестница? See that guy down there? He's an asshole. Какого парня внизу? Вон того? Что я здесь делаю? Нормально так. Украденная сумка. А куда ты их ложишь? Чел, а ты тут живешь, да, я так понимаю? Вон еще одна лестница, на которую можно забраться, кстати. Офигеть! Тут можно так запросто по крышам лазить. Если тут не спущусь, только так. Окей. Надо будет обязательно сходить к той второй лестнице. Чё у вас тут, бомжики? He's real gun. Ask me for money. Only a moron steals from a beggar. That's what I said. But then he started shooting. So anyway, I started blasting. Таксофон. Так, тут не таксофон, тут просто мусорка. Я не могу это все что-то как-то поразбивать, порастал. Сортиры. А, ладно, робо это больше не надо. Это мы вернулись к месту преступления. Естественно, тоже уже больше делать нечего. А чё вы тогда тут стоите? Заберите труп и свалите. Тут кровь, тут все, кишки. Ладно. Немножечко было бы хорошо, если бы такие места потом становились недоступны, что ли. Зачем? Ладно, поехали отсюда. А, мне нужна лестница, которая там возле того парня с полицейской машиной. О, таксофон, погоди. Рабочий. Is this Maurice? Listen, man, I'm really swamped with the laundry right now, so make it quick. Даже на заработок времени нету. So you would not want to earn some money, would you? I don't. I mean, I do. I do want to earn money. But wait. Your voice. Да, 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 да. You sound like a future happy customer. Fucking RoboCop! You wanna bust me? Why don't you do a better job of finding guys who vandalize phone booths?
I'm losing customers because they can't find working payphone in this goddamn... What the fuck is it this time? Anybody home? Don't hide, Maurice. It's just a friendly visit. You like to do laundry? You should try working at the laundromat instead of violating the basic rules. RoboCop, you have to help me! In the back of the red building by the supermarket, apartment 6. There's some guys here. I think they mean business. Hurry! He's on the phone. Робокоп, спасай! Робокоп, спасай! Нормально вам вообще? Ой, кстати, это же это автобус черепашек-ниндзя. Я же надеюсь, там не на время. Отправьтесь в квартиру Мариса. Я очень надеюсь, что не на время. Кстати, ну, одновременно было бы и хорошо, и плохо, если на время. Вот лестница, кстати, которую хотел глянуть. It's getting colder. Now we don't have anything for the fire. How was I supposed to know someone would struggle? О! Тут, короче, получается, на крышах просто ночлежки, да? Надо будет повнимательнее это все осматривать. Получается, он зрением сканирует то, что украдено. Откуда у тебя информация, что типа по базе данных у тебя описание какой-то вещи? Из этого ты делаешь вид, что она украдена. Ну, вывод, что она украдена. Ну, кстати, ладно, согласен. Но с учетом, что это какие-то футуристические штуки. Штраф, дружище. One parking ticket is all it takes to improve mindfulness. Какая правильная фраза. Murphy, this is Reed. Mayor Kuzak just stormed into my office. Apparently, his niece's car has been stolen. Find it. This goes to the top of your priority list. You can start by asking about it at some of the local garages. For the record, it's a blue SUX 6000, registered to Melissa Kuzak. Так, хорошо, я сначала разберусь с квартирой, потом разберусь с гаражом. Открываем. Это все? Ладно, пойдем все-таки поможем нарколыге. Посмотрим, как это все будет. Мне на самом деле глаза разбегаются. Тут очень много чего классного можно сделать. Так, платная парковка. Someone knocked out his teeth. For some to learn how not to lose their money. He's asking if anyone found it. Is to learn how not to lose their money. Тоже интересная фраза. Для некоторых потерять деньги — это единственный способ, как узнать, как не терять деньги. I'm telling you, officer, dumpsters are like a bag of candies. You never know what you're gonna get. Последний раз я эту фразу слышал от Форреста Гампа. Правда, не про мусорки, а про жизнь. Ну ладно. Есть такая метафорическая нить, которая связывает мусорки и жизнь. Так, возле этих троих я уже был, да? Окей. Поехали, посмотрим, живой, не живой. Ну, скорее всего, стрелять придется, да? Пушка пока не могу вытащить. I hear footsteps.
someone starts shooting again, make sure the kids hide under the bed. Да, someone starts shooting again. Прикиньте жить в таком районе. Ой, его дверь вынесли уже. Это невыносимо. Я хожу, просто подбираю наркоту. Так, обнаружено психотропное вещество, телефон. Поврежденный. Следы. Идите по следам. Ну, сейчас. Я сначала его квартирку обнесу. О, погодите. Дружелюбное предупреждение. Морис, прошу тебя, потому что у тебя все время занято. Хотя после того, что ты сделал, я не хочу, чтобы меня с тобой заметили. Типа, телефон занят. Да, понял. Пепла не волнует, что ты воруешь нюку этих трех придурков, если он сам в доле. Он дал тебе последний шанс расплатиться, а ты облажался. Теперь слишком поздно. Поэтому лучше бы тебе сменить адрес. Поверь мне, горящие головы твои оправдания слушать не будут. Они вообще чокнутые. Чел, у тебя была эта записка, и ты остался дома? Расписание стирки. Ну, пожалуй, я тут насобирал, что хотел. Следы ведут туда, я понимаю, да, но... О, не все собрал. Вот это... в какой дыре чувак живет. Следы взлома, спасибо. Это реально нужная информация. Так, на крышу. Ну, вертолет же за вами не мог прилететь, правильно? Тут же полиция вокруг везде. Они же будут пытаться его сбросить. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Guys, да. I'll never touch your stuff again. I swear. That's not why we're here. So what do you want? The money? I have your money. You only have half of it, and that's the problem. You're selling our product at half price. That makes my customers complain about my prices. It ain't nice, Maurice. Maybe you think that building a customer base by selling your product under its manufacturing cost is a good idea. Under what? But it's not. Such practices are spoiling the market. It's been proven time and time again that such action leads to a reduction of future demand, yours included. Antitrust laws are there for a reason. Shit, Maurice! All we want to say is that you violate the basic rules of the market with your predatory pricing. We can't just go along with that. It's unfair and unethical. Not to mention illegal. The fuck? You are under arrest. Come quietly, or this may be the last economics discussion you will ever have. Get him! It hurts! Oh, shit, man. Why did you do that? What am I gonna sell now? There are serious charges against you, Maurice. However, you can hope for a reduced sentence if you reveal where these three dealers keep their drugs. Or I can jump into that pile of garbage below. A few bruises is better than jail. Do you know what the likelihood is of surviving that? I know the hood better than you do, cop. So try some different talk, or I'll jump. А...
Пепел, тебя ищут, кстати. Even if you escape, such as out to get you, you will be safer in prison. I missed our meeting. I was busy, but he doesn't get that. Doing laundry is important to me. It relaxes me. If you cooperate, you can get a job at the prison laundry. You mean I eat and live for free? And I do what I like to do anyway? I feel like I won the lottery, man! I'll tell you where these jerks kept the stuff. But I have to have our deal in writing. А, сотрудничать. Спасибо. Окей, эта побочка тоже была не то чтобы прям уж очень стрелющий. Дешевый дилер, супер. Так, ладно, ребятушки, раз дилера мы засадили, засудили и всякое такое. Про пепла я подожду пока что. Давайте чекнем за тачку, которую украден автомобиль. Где моя тачка, чувак? Спросить. Давайте перенесем. Опа. Включаем форсаж и несемся по автодилерам. Пам-пам-пам-пам. Знаете, я, по-моему, должен сейчас кое-что сделать. Подождите минуточку. Ладно, к сожалению, тут этого нету. Тут просто бег. Включается не зажимом шифта, а нажатием. Это немножечко бесит. My daughter is cold and heartless. Why do you think they promoted her? О, кстати, а что это за место? Evening, officer. Прачечная. Фигачечная. Министерство. Тут котик. Ну, вы понимаете, что эта игра моментально сейчас стала для меня лучше. Dad, what does eviction mean? And who's a debt collector? Why can't I open the door? Так, а ты что? Если еще раз увижу, как вы, торчки, моете мармелад или шарики просто по приколу, вы заплатите за то, что сломали. Dad? Что с тобой? Okay? Dad, I'm scared. Snoozers, sleeping pills for kids. Блин. Не хочешь ничего сказать? К тебе претензий не имею. Если, знаете, так вот должен поступать каждый нормальный человек. Ты такой приходишь, собираешься сесть обратно, там, в туалет сходил или что такое, а у тебя на кресле сидит котик, и ты уже не можешь сюда сесть, потому что, блин, какой бездушный чувак будет сгонять котика. Офигеть, как я это не заметил. Улики собраны. Хорошо. Вандализм. Cusack stinks. Citizen, I'm ordering you to discontinue this deliberate act of vandalism. Screw you, man! А можно, пожалуйста, не лагать? Программа подсказок, что используется зрением. А, я могу его выследить. Короче, да, это пока что единственная проблема, то, что он при некоторых загрузках безбожно лагает, при том, что, ну, не должен этого делать. То есть, чел, я тебя все равно найду. Ты спрятался в мусорном контейнере, я тебя понял. Зачем? Ты быстрее его, зачем ты прячешься? So what you gonna do? You can't put me behind bars. I'm still a kid and only done it once. Just let me off with a warning, will ya? Ты получишь штраф. Не, чувак, ты слишком наглый. Ты получишь штраф.
You are being fined $100 for the violation that you have committed. Are you crazy? I don't work. How am I supposed to pay for this? Иди работать. Failing to pay may result in serious consequences for your guardians. Граффитист теперь ваш враг. Да пошел нафиг. That's a cool move you pulled right here. I'll make sure everyone in the hood knows your score. Да. Чем мне с ним мириться? Он какой-то отшибленный. Зачем мне... Ёлки-палки. Так, автосервис. Что у тебя тут интересненького? Ну, зончик неплохой. Точнее, неплохая. Я тут сначала пошарюсь у тебя. А чё так пусто? Ключи, удлинители. Схемки паяют какие-то. Тут банка, сигареты. Курить плохо, ребят. Никогда этого не делайте. Честно, хотя бы хоть все время с зажатым зрением ходи, оно... А эта машина... Не ее случайно? Не племянница? Ну-ка. Hey, I might be a little late filing my tax return, but sending a one-man army seems like an overreaction. I am here to investigate the theft of a blue SUX 6000 that belongs to Melissa Kuzak. Fancy car and fancy name. But I hardly ever get the pleasure of dealing with either. Do you have any information about the whereabouts of this vehicle? To be honest, I did some work on one of those cars recently. But I can assure you that it was not the one you're looking for. Как ты знаешь? Do I have your permission to search the shop? I know what the world's like, but can a man go about his business without being harassed all the damn time? Приветствовать расследование – это преступление. Я вам... Я вам не угрожал пока что. Давайте нейтрально препятствовать расследованию, это преступление. Citizen, I would like to inform you that knowingly delaying an investigation is classified as a felony. Yada, yada, yada. I don't have all day to listen, nor do I understand this bureaucratic jargon. А, ну. Would you like to call your lawyer and have him explain it to you? You know what? If you really think you'll find evidence of that SUX ever being here, then be my guest. Так сразу бы и сказал, что ты выёживаешься. Так, налоговый отчет вычислил только недостающие записи полученного улика. Да, он сказал, что с налоговой декларацией припозднился. Различный инструмент не относится к делу. Не относится. Документы автосервиса не относятся. Не относятся. Требуется уровень инженер второй. Офигеть! А как бы я на данный момент получил бы второго инженера? Вы о чем? Или вот это имеется в виду? Открыть любой сейф без комендантства. Также можно перепрограммировать вражеские турели, снижать инженерию. Или... Так, ну по батарейкам я не могу понять, да? Это, скорее всего, то, что мне нужно, но... Я не смогу выполнить. Черт, вот это обидно. Ну-ка, бумажечка. Бен, меня завтра не будет, но это не можешь ждать. Мне кажется, Скотт снова взялся за старое. Я понимаю, что ты хочешь помочь парнишке, как в свое время помог мне и остальным, но все еще на службе и не могу допустить ничего незаконного. А Скотту на это плевать. Он что-то засовывал в свой шкафчик, 100 раз обернулся через плечо, как в тот раз, когда прятал украденное радио. Проверь, что он задумал, иначе у нас могут быть неприятности, Джуниор. Шкафчик, да?
не относится к телу. Надо спросить у него про шкафчик и про Скотта, и вообще про всю эту фигню. Разобраться с Беном. See, I told you, you'll find Jack All, because there ain't nothing to be found. This place is legit. Дедукция. Нашел несостыковки документации. Содержимое шкафчика. I need access to one of your lockers. I can't allow that. It's my worker's private possessions. You said your shop has nothing to hide. The locker you have in mind belongs to a boy named Scott. He works for me on and off. I have to admit, I had a tiny feeling he might have something to do with your case. Сразу сказать не мог? I will open his locker for you, but I won't be held accountable for what's inside. Не-не-не, чувак, твой рабочий, твой шкафчик. Go on, have a look. And what do you reckon? Инструменты для угона. Is he your man? For the time being, where is the suspect? You see, he hasn't turned up for work for some time. This morning, when two thugs swung by looking for him, I knew he must be in trouble. I've overheard him many times talking about a place where he does car jobs on the side. Give me the precise location. I can't tell you exactly where it is. All I know is that it's one of the garages near the local storage compartments. Mm-hmm. Ну-ка, расскажи мне. Tell me why you think he is responsible. He's young, bright, and would like to rule the world. I get it. But nearly every month he gets himself in trouble. It is not enough to make assumptions. I'm not a cop. But I've seen many things in my life, and where there's smoke, there's usually fire. Так, Скотт работает на полной ставке. Is he a temporary worker? You could say that. We fall out a lot because he brings a lot of hot stuff to the shop, and I'm not okay with it. And you let him come back? It's hard to make an honest living these days. That's why I understand his struggle, and I let him come back. Working here keeps him out of trouble. And to be frank, it's not easy to find such a good mechanic either. И зачем ты его защищаешь тогда? Why did you cover for him? I can't watch a decent kid like him get swallowed by this city. Это ненормальный парень, блин. Instead of giving him up, I was encouraging him to come clean. But a man can only try. Бен, ты дебил. Ты не добрый мужик, который это, ты дебил. That is all for now. Hey, make sure no harm comes his way. Я прослежу, чтобы его арестовали нахрен. But he's a good kid, and he deserves another chance. Нет, он не заслуживает второго шанса. Да. Придурок постоянно влипает во всякое говно, но старик его постоянно покрывает. Ну, нормально, да? Ну, кстати, кепочка из Gravity Falls, да? Ну, практически. Private. Ага, private. Установите местоположение Скотта. Пойдем со Скоттом поговорим. О, тут забраться можно. Поехали. Это интересно. Механик второго уровня, блин. Ой, инженер второго уровня. Это печалька. То есть я время от времени буду встречать такие ограничения. А если я спрыгну, я убьюсь нафиг, да? Давайте чекнем. Ну, мы же робот все-таки. Нормально, это сработало. Я на всякий случай прыгал на кучу мусора. Ну, типа, чтобы помягче было. Но это нормально, мы можем просто прыгнуть с крыши. Несмотря на его вес, ему ничего вообще от этого не встает. Так, местоположение. Ну, давай войти в гараж. Так. Без обид. Эй, чувак, босс не впечатлил то, что у тебя вышло с SUX, но он разумный парень, позволит тебе сохранить твои ловкие пальцы, если явишься в авторазбор до ночи.
Понятно, точно наш парень. А, блин. Ну, его, скорее всего, надо будет спасать от кого-то, наверное, такой, чтобы его просто посадить. Потому что, ну, нехрен вляпываться постоянно в переделки, человека не изменишь. Если он был такой, то он такой, все. С этим больше ничего не сделаешь. Тут ничего нету, серьезно. И тут ничего нету. Так, Скотт, ты там облажался? Да, я за тобой пришел, так что ты облажался. You must be Scott. What did you do with the blue SUX 6000 that you stole? Hey, well, why would I have anything to do with that? Da-da-da-da-da. I have found evidence in Ben's shop. You can't possibly help me. I don't want to cause any more trouble, especially for Ben. Не, чувак. У твоих действий есть последствия. Our actions affect people around us. Do you mean Ben? Shit! Is he all right? Is Ben okay? Please tell me. I would never forgive myself if anything bad happened to him. Себя, все нормально. During our conversation, my health monitor did not detect any trauma as yet. Okay. Okay. I admit. It was me who jacked the SUX. But he didn't leave me any choice. Who is he? I can't tell you. If he knew I gave him away, he'd take revenge on Ben. Oh god! It must be those thugs! We're dead! No one is going to save us. If they are criminals, then they are the ones who need saving. Тут как бы да, тут робокоп у нас. Anybody home? Where are you, Scotty boy? You can only hide for so long. Oh shit! It's the metal pig. Blast him! Metal pig, да, да, чувак, metal pig, именно так и есть. А с кем ты разговаривал? Мы договорились? Договорились. Ты лишь в тюрьму, чувак. They didn't think that through. Maybe you can put an end to this after all. I am missing vital information in order to resolve this case. I'll tell you what you want. Just please. Help me fix this screw up. Да, и ты идешь в тюрьму. Where is the car now? Oh man, I'm sure it's still in their chop shop. It's a warehouse on the northeast side. The entrance is concealed, but I'm sure you'll find it. I'm no fighter, but if there is any other way, I would like to help. Вся информация. Maybe you need some more intel. Ком идет речь? Who did you mean by him? It's Rex from the local gang. I only did petty jobs for him mostly, but this time he made me steal that car. Mm-hmm. He said he wanted the SUX 6000 we were repairing at Ben's. When I said it was too hot, he slashed me with his knife. Чем ты прятался? Why were you hiding? You saw those thugs. They were looking for me. They realized I tricked them. Uh-huh. They wanted the SUX 6000 from Ben's shop, but I didn't want to get him into trouble, so I stole a different one. I doubt anyone would have given a shit, but word on the street is that it belongs to the mayor's niece. Ага. В полицию чего не обратился? Any criminal matters should be reported to the police. I know. I just thought I could figure this out by myself. Ben was right from the start. I shouldn't have gone down this road. А, в смысле уйти, посадить его нахрен. That is all for now. Proceeding to the vehicle's estimated location. You are calling for backup, aren't you? Negative. Threat calculation minimal. Посадить чувака надо. Ладно. Поехали. Этих чуваков мы размотали. Найти авторазбор. Ну, хорошо.
wash and go. Сейчас распутаем это дело с тачкой. Прикольно. Я что-то вообще забыл сканировать местность. Вдруг что-то интересненькое будет. Вдруг какой-то кошелек найду. Кошелек или жизнь? Так, ну, в принципе... Я не знаю, чем он так замаскирован, или это пока не то. Хотя, с другой стороны, если бы у меня не было метки, я бы это, возможно, искал бы гораздо дольше. Давайте так. Хорошо, что у нас пока что не попадается каких-то заданий типа нелетального исхода. Место расследования. Тачки. Так, следы обведут к себе, возможно, есть тайный ход. А, вот в этом смысле, что он... Кнопка, не? Подождите. Гек, Леод, Фолд, Флэт... Бренд. Халкрэк. Это типа... Угонщики, не угонщики. А я проломить эту фигню никак не могу. А, найти способ попасть внутрь. Эта кнопка явно никак не катит. Ага, вижу. Блин. Вообще нормально, и в тебя стреляют, а ты по человеку гранату кидаешь. Так, хорошо. Неплохо. Блин, мотоциклет взорвался. Его можно было просканить. SMG Tech, ну-ну. Так, вот это я заберу. Улика. Что у вас тут еще интересненького есть? Всякие тачки. Ну, разборка, она, конечно, да, разборка, но... не взрывается. Я не знаю, я пока что не вижу какого-то кайфа стрелять из винтовки, потому что из пистолета как-то более бодро, и ты не задумаешься о том, что если ты промазал, или что-то такое, ну то есть... Откуда у вас столько гранат? Грены, кстати, наносят урон. Машина взрыв... Эта машина взорвалась, а это взорвется? Офигенно. Бомбануло так, что игра подвисла. Так, ребята, игра не подвисла, она зависла намертво просто. Поэтому, пока я тут все не взорвал, нахрен. Я могу схватить мотоцикл, извините? Какого черта? Я могу схватить чертов мотоцикл и бросить в кого-то. А
Оно да взорвется или нет? Интересно. Сейчас бомбанет. Доступного очка навыков есть. Мы все? Мы разобрались? Рвануло практически все. Но вот эти машины еще можно повзрывать. Если бы была канистра с бензом. Она есть. Я вам тут сейчас все разнесу. Мне вообще пофиг. Нижняя машина бомбанула. Верхняя, наверное, не хочет. Я не понимаю, почему она таким радужным взорвалась. Улики. Украденная сумочка. Хилка. Четвертая. Есть. У меня полный комплект. Пользоваться еще не буду. Оно там восстановили 50%. Неплохо. Ну-ка. А, записка с паролем от сейфа. А сейф тогда, извините. Это же холодильник. Это не сейф, да? Да. Записка с паролем от сейфа. 7573. Надеюсь, да, оно как-то автоматически сработает или... Даже не знаю. Эх, это не взрывается. Ладно, мне бы, получается... Я не хочу случайно пропустить ничего. Пойдемте туда сходим. А потом можно будет, наверное, в другую сторону. А, хотя тут оно все соединено. Канистра, привет. Слишком ли ты, дружище, живучий? Так. Открыть камеру для покраски. Откроем. Так, микро-ПП. А, сейф. Открыли, отлично. Фальшивые деньги, улика. А присаживаться я никак не могу. Да, эта опция не предусмотрена. Классно. Вообще классно, на самом деле. А, и таким образом я полностью лечусь от электричества, да? Хрена себе. О. Тачка, кстати, это что же большая отсылка к фильму. Спасибо вам огромное. SVX-6000. Это же машина, которую рекламировали тогда как раз. Самая новенькая, самая лучшая, что может быть. Привет. Нормально тебе в такой позе лежать? Удобно? Я пойду еще осмотрюсь, что тут у нас интересненького есть. Может, еще какие-то улики надыбаю. В общем, когда с оружием, вот эта кнопка скана, она еще и зум. А когда просто ходишь, то просто кнопка скана. Логично, да? Пистолеты.
Тут тоже канистрочка есть. Тут, возможно, будет что-то интересное. Результат. Замечен глухой звук. Возможно, есть потайная комната. Детка. Просто тонны экспы валяется. А, красота. Теперь мне интересно вкинуть это очко навыков в инженерию. Хотя я не планировал этого сейчас сделать. Бонус модификации чипа. Рывок. Открыть любой сейф без комбинации. Также можно перепрограммировать вражеские турели. Мне это надо. Давайте инженерию качать. Черт. Приходится распыляться. Потому что мне все равно придется это качать. Это нужная вещь. Все, поехали отсюда. Украденный автомобиль, вернуться на улицу. Ну, то есть мы уже все сделали. Все, да. А погоди, а в сортире ничего не будет? Ладно. И фух, я могу тут спрыгнуть, я аж подумал, что... Цех для покраски, блин. Ну, скажем так, тачка выглядит реально просто офигенно. Я бы хотел... От нее прям вот веет вот этим вот 80-м, все. Классно. Покинуть. Докладывай, шеф-то не надо, надеюсь. Мы из-за тачки племянницы мэра убили только что человек 20. Да, преступников, все дела, но просто чтобы вы понимали оценку ценностей. Ну давай. I can't believe you've actually done it. Да, ответишь сюрьму. Do you think I could take that car back to the owner and say I'm sorry? Maybe she won't press charges. This car is now in police custody. Oh, please, I could really use a helping hand right now. Otherwise, I'm back in juvie. Да. Нет, ты арестован. I do not trust criminals. You will explain yourself in court. I knew I had it coming. Я знал, конечно знал, чел. Постоянно липаешь во всякое говно. Ой, ну отпустите меня, я извинюсь. Ага. А, украденный автомобиль. Пройдено. Ладно, ребятушки, на этом будем заканчивать. Слушайте, тут реально относительно небольшая карта. Относительно. Вот, но... Стоп, у меня есть дополнительные. Служить и защищать. Следить за обстановкой. Выполненные. Это из новых, которые. Почему у меня на карте автомастерская? А, это поинты, дом Морриса, я понял. Это не задание, это просто отмечено. А задание у меня вот поиск пепла. Сейчас осталось из основных только одно. Однако, блин, ребят, мы уже вторую серию тусим на этой карте. И тут есть чем заняться, здесь интересно. Оно какая-то интересная такая смесь Деуса, киберпанка, много чего, и одновременно очень по-робокопски, очень соответствует истории и духу того фильма и того времени. Все, ребятушки, думаю, на этом будем пока что заканчивать. Спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, всем ладушек, всем покеда.